Всем привет-привет, дорогие мои друзья и гости моего канала. Меня зовут Надежда. На завтрак я сегодня хочу сварить яйца. У меня есть вот такая вот небольшая электрическая кастрюлька. Кухонный электроприбор, или как его еще назвать, яйцеварка электрическая. У ней есть вот такой вот электрический шнур. Обычная розетка. Есть вот такой вот мерный стаканчик. В него набираю воду и потом добавляю в лоток. Есть у стаканчика вот такая вот иголочка. Ей можно проколоть скорлупу, чтобы во время варки она не трескалась. Я, кстати, этим никогда не пользовалась, никогда не делала. Вот такая есть крышечка. Посмотрите, какая она высокая. Крышка с дыркой. Отсюда выходит пар. Вот такой вот есть лоток. Здесь можно сварить 7 яиц. Электронагреватель, встроенный уже в корпус. Я снова собираю. Хочу вам показать, как выглядит в собранном виде. А здесь показаны есть элементы управления, как пользоваться этой мини-кастрюлькой. Есть кнопка включать и выключать. Она одна. И есть режим варки. То есть можно выбрать режим варки, какие яйца вы хотите, в крутую или в осмятку. Кстати, очень удобно ей пользоваться. Все, яйца я приготовила. Наливаю в корпус водичку. И вот на этот лоток, на эту решетку выкладываю яйца. Я хочу сварить 5 штук. Посмотрите, яйца, кстати, крупные. Они у нас домашние, фермерские. Все, накрываю крышкой. Включаю прибор. Процесс пошел. Приготовление длится несколько минут. Варятся яйца примерно 5 минут. Все, процесс пошел. Посмотрите, яйцеварка дает знать. Я подхожу, выключаю, снимаю крышечку. Она, кстати, не горячая. И яйца я буду охлаждать обычным способом. То есть вот этот лоток я сейчас вместе с яйцами опущу в воду. Яйца, посмотрите, какие хорошие. Всегда они получаются целенькие. Никогда у меня еще не лопались, не трескались. Все, яйца охладились, я их обтерла полотенцем. Все, у меня готово. Мне нравится варить яйца таким способом. Они, кстати, получаются очень вкусными. Все, дорогие друзья, я желаю вам всего-всего хорошего. Всем мира и добра. Всем пока-пока.